Всем привет, скульпты с Альфа 6, и давайте в этом ролике рассмотрим, как делать женские персонажи. Как все здесь устроено, вот можно опять же скачать болванку какую-то, ну давайте вот на примере сферы рассмотрим, так сказать, с нуля, как все это дело делается. Итак, имеем мы вот такую сферу, и принцип построения зависит, сейчас я вам покажу, как он строится. Вот если мы подгрузим, так, Ctrl-Z, симметрию, если отключить, Shift, правая кнопка мыши, и подгрузить новую сферу еще вот так. Теперь можно Scale все это дело уменьшить и с помощью Global, ну, вниз вот так вот подтянуть. Так, теперь опять же, наверное, чуть-чуть Scale побольше. И немножко Global вот сюда уводим. Вот с такой вот системы и построена голова женская, именно анимешная. Вот как-то так. Давайте вот по такому принципу теперь будем лепить без использования вот этой сферы. Так, открываем новую сферу, New Scene, окей. Ну и погнали. Так, первым делом поставим вот так вот боком ее. Возьмем Global, побольше кисточку. И по симметрии, симметрия должна быть включена. Вот эту часть вот так вот вытянем. И вот так как бы надуем. Вот таким вот образом. Здесь чуть-чуть вомнем. Получается, в принципе, вот такая вот заготовка. Теперь что делаем? Ну, опять же, намечаем глаза без Global. Ставим вот в такой вид. И через Alt все это дело попробуем вдавить. Вот так пока. Следом намечаем нос. Носы у них в основном маленькие. Смотря какой персонаж. Вот тетушка Готель или, допустим, Моана. Разный типаж. Ну, в принципе, построение лица, ну вот у них идет одинаковое. Вот с такой вот болванки. Так, теперь вот эту часть немножко вдавливаем центральную. Нос пока намечен. И давайте вот здесь вот порезку сделаем. Вот так. Заготовка, в принципе, уже есть. Намечаем нос. Вот здесь вот делаем прорезь. Нос немножко вот так вот подрезаем. Вот здесь он будет острый. И намечаем губы опять же. Все рисуем. Пока все страшно опять же, но в процессе будет все нормально. Так, теперь намечаем губы кисточкой Drive. Так, делаем маленькую интенсивность, размер кисти. Через Shift, опять же, колесико можно прибавлять. И через Ctrl интенсивность прибавлять колесиком тоже. Так, намечаем пока губы. Все это делаем грубовато сначала, как полосами. Вот так. Так, теперь, что можно сделать? А можно переключиться на клей и уже потихоньку придавать какой-то внешний вид. У тетушки Готель именно идет островатый нос и большие вот эти вот скулы. Это клеем можно поднакидать. Вот здесь у нее вообще масса побольше идет. И вот здесь тоже дуто, и шифтом как бы выгладить. Вот так. Также у нее большие челюсти идут. У тетушки Готель. Вот назвали ж. И вот эта часть. Вот эта часть. Можно ее флатеном как бы в эту сторону так сгладить побольше. Потом все это будет корректироваться опять же. Здесь можно именно драйвом без клея альтом немножко вдавить. Опять же, пока грубовато все делаем и клеем набрасываем именно вот этот подбородок.
Вот что-то в таком духе. Подбородок у тетушки Готель маленький, челюсть у нее большая. Вот так. Так, скулы у нее надутые. Шифтом все тут побольше выглаживайте. Вот так вот. Здесь вот чуть-чуть глазные впадины побольше. Глаза именно у персонажей женских большие. Так, здесь тоже поднадуем. Так, вот эту часть губы немножко уведем вниз. И теперь флаттеном давайте вот эту часть вот так здесь выгладим. Где нос прижмем тоже. Кстати, нос у нее тонкий и острый. Вот где-то так, а вот здесь у нее горбина. Горбинка вот так вот. Оп. Так. Это дело сделано. И вот эту часть тоже приподнять. Вот так вот. Подбородок немножко вытянуть и вот эту часть увести вглубь. Вот так вот. Ну вот, в принципе, болванка уже намечена. Теперь нам нужно подкорректировать еще нос. Так, нос вот так. Вниз приподнять. Нижняя губа вперед чуть-чуть. Вот эти части и повыше. Вот так. Нижняя у нее маленькая губа тоже. Так, вот что-то в таком духе. Ну и вот у сферы нужно вот этот край, вот эту вот височную часть чуть-чуть поджать. Так, здесь чуть-чуть тоже припустить. И теперь сделаем вот эти дуги бровные. Вот так вот. Вот так все это дело здесь поднакидаем. И немножко вытянем вперед. Вот как-то вот так. Так, здесь немножко опять же шифтом поверху пройдем, а вот здесь вот флаттеном. Вот так, побольше вот эту часть флаттеном. Вот так. Теперь намечаем глаза, нос пока не трогаем, и губы будем потом доделать. Нужно общую форму придать вот этой гражданке. Так, вот эту подбородок чуть-чуть уводим вдаль. Чуть-чуть поджимаем. Так, челюсть чуть-чуть тоже уводим. Но угол сохраняем. Вот. Вот таким образом. И вот эту скулу у нее чуть-чуть она вверх задрана. И вот эта часть очень выходит вперед. Вот это вот. Аж вот до сюда. Сейчас я вам нарисую, намечу. Словом, вот такая у нее челюсть. Скула. Вот так все как бы идет. Ну, здесь вот этих переходов не должно у женщины быть. У нее лицо вообще женское, когда вы лепите, оно, в принципе, без таких вот резких черт, как у мужчины или, допустим, как у злодея. Так, здесь вот намечаем маленькую, у нее такой острый нос, хитрый. Типаж вот лица, если изучать, тоже. Если хитрая, то нос острый, допустим. Какие-то черты лица островатые идут. Так, здесь вот чуть-чуть приподнимаем и в бок уводим. Нос немножко задираем. Скулу чуть-чуть уводим. И губу чуть-чуть вот так как бы. Здесь все шифтом выглаживаем, чтобы гладко все было. Вот так вот. И вот эту часть тоже немножко. Вот эту часть. Чуть-чуть вот подбородок делаем поменьше. Вот так вот. Ну что-то в таком духе. Здесь чуть-чуть подаем кверху тоже, чтобы подбородок небольшой был. И вот эту часть под губу уводим. Вот где-то в таком духе. Так, вот эту часть тоже можно вот так вот подать. Так,
Вот таким вот образом. Чуть-чуть губы где-то отгладим. Сейчас будем флатеном и губы корректировать. Ну а теперь давайте добавим глаза. Глаза можно опять же вставлять вот эту вот New Sphere. Если мы нажимаем Add Object, ставим их вот так. Здесь Scale включаем, уменьшаем и потом грабом подставляем куда нам надо. Глаза у нее большие. Ну что-то вот в таком духе. Теперь глаза можно глобал отключить и подкорректировать. Нажать на них и как бы вот сюда вот вытянуть. Они у нее вот такие как бы. Вот так вот. И веки можно уже нарисовать на глазах. Глаза вот так вот порезать. Так, Ctrl-Z. Кризом вот так вот верхнюю вот эту чуть-чуть отрезать и попробовать ее без клея как бы прибавить вот этот объем. Вот так и шифтом выгладить и опять же кризом можно интенсивность даже побольше поставить. Вот так вот. Ну и флатеном, если уж где-то что-то надо подкорректировать. Так. Глаз тоже корректируем. Вот таким вот образом. И переключаемся щелчок на модель. Теперь нужно вот здесь тоже докорректировать ее. Так, это уже поработаем кризом. Так, губы намечаем, где-то здесь вот делаем порезку вот эту и немножко шифтом вот эту часть выглаживаем, только вот под углом ее режем, потому что вот так она идет. Ну вот что-то в этом духе. Губы у нее тонкие. Здесь вот можно флатеном попроходить. Так, здесь чуть-чуть вот как бы примять. Смотрим теперь на нижнюю губу. Так, ее можно немножко в середину вытянуть. Она у нее тоже маленькая губа. Но нижняя еще меньше. Здесь уже можно клеем чуть-чуть проходить вот так как бы. Дать порезку кризом. И вот здесь вот наметить губу. Но опять же шифтом выгладить. Так вот. Вот этой части быть не должно. Так, ну и что еще можно сделать? Это флатеном чуть-чуть тут попроходить. Шифтом немножко выгладить и поднакидать массу уже без клея, а просто вот драйвом. Так, здесь тоже немножко даем массы, немножко шифтом все это дело выгладим. Так, и нижнюю губу, вот эту нижнюю губу большим грабом вот так вот как бы уведем. Так, теперь поднимем ее чуть-чуть подбородок вот так вот.
И вот получается, в принципе, болванка тетушки Готель. Понять ее сейчас вот будет очень сложно, пока именно модель будет совсем не закончена. Ну вот такое построение у нее внешнего вида. Так, вот эту часть нужно еще можно приподнять чуть-чуть. Вот так, а здесь чуть-чуть кверху вот эту часть, вот тут эту именно. Так. Ну и где-то флатеном как-то какие-то части подгладить. Вот как-то так вот. Глаза, опять же, можно вставлять в ZBrush или в Blender, где вы будете потом доделывать этого персонажа. Так, здесь вот чуть-чуть лоб приминаем, делаем угол. Здесь опять же флатеном делаем больше вот эту часть угловатую. Нос чуть-чуть корректируем. Где-то что-то как-то вот так вот можно сделать. И поднакидать еще на нос вот сюда, на бока. Что-то вот таким вот образом. Так, Ctrl-Z. Кисточка улетела. Так, смотрим еще. Так, это вниз, это чуть-чуть вверх. Здесь чуть-чуть уводим в бок. Голову чуть-чуть уменьшаем. Ну, в принципе, вот она и есть. Так, пока мы теперь давайте добавим шею. Набросаем вот сюда побольше массы. Вот так вот. И попробуем ее вытянуть, чтобы не зацепить именно уже сделанные детали. Так, теперь это вот сюда уводим. Это вот как-то так. Опять же, шею потом будет, шея будет корректироваться уже на модели. Так, черепушка. Где-то у нее вот так выходит. Ну и вот эту часть можно немножко вот сюда подтянуть, как бы создать вот этот переход. Так, что тут еще? Ну, пока вот так. Чуть-чуть вот так. А вот эту часть можно уменьшить под череп и надрезать его. Как бы, ну, просто наметку дать пока. Вот так вот. Здесь шифтом все выгладить. И флатеном можно чуть-чуть как бы придать форму. Так, здесь можно приплюснуть. Вот таким вот образом. Так, ну и здесь тоже как-то что-то. Вот в таком духе наискось и горло наметить. Так, ну вот что-то так. Немножко еще корректировки в эту сторону. Вот так эту сторону сюда. Эту чуть поменьше, здесь чуть-чуть вдавить. Вот такая тетушка Готель. Так, можно добавить ей уши, конечно, но у нее там волос. Волос можно делать с отдельного саптула или использовать маску. Здесь вот Sculptis Alpha 6 с волосом в основном проблемы.
Вот когда тянуть неправильно начинаете, начинает ломка появляться, всякое, артефакты всякие. Так что тут тоже нужно наловчиться. Так, здесь шифтом как-то вот здесь горло еще подотметить. Ну, давайте попробуем теперь волос добавить. Так, я вот это все пока объединю и сохраню. Может быть, потом в ZBrush уже покажу, как волосы сделать. Ну, опять же, по настроению. Так, сохраняем в формате Sculptris. Это вот нижний импорт-экспорт. А здесь Обш. Импорт-экспорт. Экспортируем. Находим тетушка Готель. Пишем. Сохранить. Ну а теперь давайте где-то шифтом вот так вот подровняем, где-то добавим вот так вот объемчик. Еще можно брови добавить, такие как поднарисовать, не брови, а эти как их, ресницы. Его побольше вот так вот делаем, массу накидываем. Потом флаттеном вот так боком ставим. И флаттеном все подгибаем вот таким вот образом. С этой стороны делаем поменьше. Так. Так вот. А с этой стороны можно сделать побольше. И как бы угловато. Таким вот образом. И кверху приподнять. Ну а тут уже клизом отбить именно века от этого вот, от этой ресницы. Так, поровнее вот здесь вот, потоньше. Ну и глаз подкорректировать. Получается что-то в таком духе. И теперь добавить нужно вот эти вот брови. Так. Так, Ctrl-Z. Они у них, по-моему, повыше идут. Так, вот как-то так. Опять же можно флаттеном и интенсивность чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть здесь сгладить. Вот так вот. И кризом все это дело опять же порезать. Ну или добавить уже в ZBrush или в какой-то другой программе вот эти брови и ресницы отдельно. Так, здесь шифтом побольше. Помягче. И нос вот эту часть на поменьше. Вот так как бы. Ну а здесь с волосом давайте так поднабросаем. Именно, ну как, визуально через Ctrl делаем маску, или маску вот можно здесь включить и через Alt рисовать.
рисуем, где у нее должен быть волос. Где-то вот так вот. С челками тут тоже проблема, кстати. Если что-то вытягивать, бывает, не всегда получается. Так, очистить маску — это просто Alt бросаете и подчищаете. Так, что тут еще вот здесь вот надо подобрать. Лучше потом поднатянем. Ну и делаем Ctrl-I, как и в ZBrush. И попробуем что-то здесь подать. Массу побольше. Так вот как-то. Так, ну и вытянем. Так, вот так. Вот уже рвать начало. Надо будет с этим делом тоже потом подкорректироваться. Так, здесь чуть-чуть поменьше. Здесь чуть-чуть как бы у нее квадратно, наверное, идет вот так. Вот. Ну и эту часть чуть-чуть применем. Вот. Так, сзади пышнее сделать надо. Вот так вот. Ну и флатеном побольше кисточку уже. Интенсивность можно поменьше и вот так вот придавать форму. Потом кудряшки эти можно пролепить. Так, вот так. Здесь вот уже вы видите, что появился артефакт. Здесь нужно поднакидать массу и лучше добавить именно полигонов, чтобы мягче как-то это все дело было. Словом, нужно скульптус постоянно накидывать. Массы побольше. Сейчас вылетит. Давайте попробуем флатеном. Все дело это уплотним. Массы опять же поднакидаем. Вот так вот. Клей отключим. Во. Смотрим, что да как флатеном вот эту часть применяем, выравниваем. И, наверное, вот как бы сюда вперед ее подать надо. Здесь вот чуть-чуть поднадуть и чуть-чуть форму черепа придать. Вот как-то так, наверное. Вот. Эту часть чуть-чуть поменьше. Здесь, наверное, тоже поменьше. Ну и флатен поможет именно докорректировать. Кстати, здесь все вот флатеном классно делается. В отличие от многих других программ, где такой же есть полиш там и так далее, кисточки. Так, здесь ухо, здесь вот чуть-чуть вперед можно подать. Здесь уже челка должна идти. Так. Так, ну снимем маску. Ctrl, левая кнопка мыши. Попробуем все здесь выгладить теперь, где вот этот стык был. Так. И вот здесь, по-моему, у нее еще побольше вот так как-то должно быть массы. Вот эти части побольше.
надутый. Ну и придадим, наверное, какой-нибудь этакий вид, просто угловатый. Так, ну а здесь вот нужно сделать кудряшки. Вот, рисуем как-то вот так, что ли. Так, ну и докидаем массы вот на эти кудряшки. И платину вот здесь вот так вот подберем. И так получилась вот такая тетушка Готель. Ее можно в ZBrush уже доработать еще класснее. Просто с волосом скульптрис, конечно, плоховасто вот так вот делает. Он там уже что-то затянул. Надо постоянно выглаживать и вот это дело вытяжки все смотреть. Так, как-то вот так, наверное. Тут еще, наверное, побольше у нее. Как-то, наверное, вот здесь вот так тоже. Вот так вот. Во.
Вот теперь точно похожа. Все, всем пока, до свидания.